Здравствуйте, в студии Елена Красовская, в эфире «Крымские новости». Крымские пограничники получили первый боевой корабль. Водоизмещение нового корабля порядка 700 тонн. Он может нести на себе вертолет. Первый боевой корабль проекта «Изумруд» поступил 1 мая на вооружение пограничной службы ФСБ России по Республике Крым. База службы располагается в Балаклаве под Севастополем. На берегу экипаж встретили сослуживцы и по морской традиции подарили двух жареных поросят. Глава Крыма Сергей Аксенов сегодня распорядился остановить все стройки вблизи пляжей на время туристического сезона. Кроме того, Аксенов распорядился снести незаконно построенные объекты в прибрежной зоне и обеспечить беспрепятственный доступ туристов ко всем пляжам. В Волошинском регионе введено ограничение на посещение лесных массивов в связи с наступающим пожароопасным периодом. Об этом сообщили в ходе аппаратного совещания в Волошинском горсовете. Крым в курортный сезон будет полностью обеспечен водой. Южный берег за счет водохранилищ, а Судак, Феодосия и Керчь за счет северо-крымского канала, по которому сейчас осуществляется внутрикрымская переброска воды. Об этом сегодня на совещании в Совете министров Крыма под руководством председателя правительства РФ Дмитрия Медведева сообщил глава республики Сергей Аксенов. Это были все новости на сегодня. В студии была Елена Красовская. Самое главное помните – Крым наш!